Всем привет! По сути, это будет импровизированное видео. После 30 каждый из нас замечает, что останавливаться становится сложно. У меня паркур, болдеринг, один раз в неделю тренажерный зал. И знаете, как-то очень непросто восстанавливаться стало. С чего хочу начать, наверное, опять же, вот вы видите некое обилие добавок, которые я пробовал на определенном промежутке времени. Что хочу сказать, какие из них, на мой взгляд, важны? Это магний. Вот, на удивление, этот магний оказался хорошим, хотя он какой-то китайский, сазонный. В аптеках я его не видел. Вот этот магний от Biotech USA. Пусть название вас не вводит в заблуждение, это венгерская фирма. Потом, что креатин. Давайте про креатин. Вот, конкретно этот креатин дерьмо. И при этом креатин моногидрат без вкуса этой же фирмы просто идеальный. Креатин. Мне просто ничего не видно, я об этом не подумал. Цитрулин отличный, помогает вам восстанавливаться, лучше памп, но при этом, если у вас варикоз, то вам цитрулин не рекомендую пить. Также хочу сказать, что продукты компании GLS принимать вообще не стоит, это полные пустышки. Также вот отличный креатин, например, от Biotech USA, но он дорогой, а здесь его малое количество содержания миллиграмм. Соответственно, не миллиграмм, а грамм, извините. Соответственно, что это дорого, One Win, хорошо, моногидрат, но без вкуса. Потом, гейнер, фигня полная, пить не стоит. Вот я пью протеин российского производства, первый русский протеин, хорошего качества. Вот есть бомбар, он дороже, но опять же, они не докладывают этого самого протеина, идет переплата, и при этом они используют вот это сырье. Если верить блогеру с канала Bodybuilding Russia, а я ему доверяю. Также бесполезная добавка глютамин. Убираем, полная херня. Обещают вам быстрое восстановление, но вы его никак не почувствуете. Пил Biotech USA Multisalt, электролиты, но по сути не почувствовал никакого прилива сил и восстановления. И в задницу опять же совсем справляется магний. Так, Алекс Федоров, креатин. Знаете, я его пил в связке с цитрулином, вот этим, потому что здесь цитрулина недостаточное количество, и памп был неплохой, и у меня появлялась некая уверенность в себе, но, возможно, это плацебо. Ничего сказать не могу, но вот такая связка мне понравилась. Опять же, креатин Макстра, по-моему, херня полная, хотя люди говорят, что эффект есть, но, товарищи, на мне работает вот этот креатин, и работает креатин от Biotech USA. Но вот это, на мой взгляд, пустышка. Кстати, хочу сказать, что с креатином One Win вкусового я откатил в силовых. То есть, чтобы вы понимали, сейчас у меня разовый максимум на жиме это 130 килограмм. Короче, вот с этим креатином я откатил, но не стал отказываться и решил продолжить эксперименты, соответственно, поэтому купил этот креатин и все сработало. Вот. Также пил мультивитамины, на мой взгляд, иногда надо, но херня полная. Что у нас в сухом остатке остается? Цитрулин, креатин и магний. Магний, если у вас спазмы мышечные, обязательно пейте. У меня вот буквально недавно настолько сильно спазмировали мышцы, что я себе заказал этот магний. И я крайне удивлен его эффективностью. То есть, казалось бы, 230 рублей, что ли, мне обошлось, но это работает. Также я купил вот эту заимашку от Biotech USA, ну, ее пью одновременно с этим магнием, но я знаю, что вот это не работает так быстро. Это вообще якобы бустер тестостерона, но я купил его из-за магния, потому что это сейчас дешевле, чем покупать просто вот этот магний. Также бомбаровский цитрулин. Здесь дозировки такие, что, ребята, ну, я не думаю, что имеет смысл это брать. Поэтому что хочу сказать. Пьем магний, цитрулин и креатин, и все, его супер. И паркур идет, и болдинг идет. Правда, и веса ваши растут. Ну, то есть непосредственно ваш вес, что несколько усложняет процесс лазания и прыгания. Но, тем не менее, и, конечно же, протеинчик. Потому что у меня сейчас вес растет. Благодаря вот этому. Наверное, все. Как-то звучит по-цыгански, но вот эти три добавки супер. Четыре или сколько там, сами посчитайте, мне не видно, к сожалению.
Вот эта вся херня, то, что позади меня, я уже ранее озвучил. Также я взял на пробу магнирод, магний. Посмотрим, насколько он эффективен. И аспаркам, но аспаркам что-то я боюсь пить. С другой стороны, здесь магния и калия много. Но посмотрим.